Национальный университет Одесская юридическая академия приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей в новом формате 27 февраля в 11 часов. В программе мероприятия встреча с руководством университета, президентом вуза, академиком Сергеем Киваловым, концертная программа, а также экскурсия по выдающимся локациям университета. У будущих студентов будет уникальная возможность посетить центр тестирования на полиграфе, который оборудован 5-канальным полиграфом последней модели, а также музей оружия, пневматический и боевой тир. Абитуриентов встретит музей редких изданий с книгами 17 века, крупнейшая в стране научная библиотека, которая насчитывает около миллиона наименований и имеет доступ к базе библиотек в любой точке мира. Кроме того, абитуриенты смогут ознакомиться с авторской разработкой ученых вуза, рабочим местом прокурора, детектива, следователя, посетить зал судебных заседаний и оценить все достоинства современного спортивного комплекса, а также теннисного, борцовского, танцевального и тренажерных залов. Свои двери перед школьниками также откроет первый в стране IT-центр и уникальный центр кибербезопасности и информационных технологий. В то же время вы сможете узнать о всех новшествах вступительной кампании и задать все интересующие вас вопросы. Для тех, кто не сможет посетить Национальный университет Одесская юридическая академия, будут проводиться прямые трансляции на официальных страницах университета в Instagram, Facebook и YouTube. Мероприятие состоит с соблюдением всех санитарных норм. День открытых дверей пройдет по адресу: город Одесса, улица Академическая, 2, второй этаж, актовый зал. Подробная информация по телефону 048 719 88 00.